LCD is a leading manufacturer of cryogenic pumps. The head office is in California, and the European representation is in Germany and Switzerland. So the exhibition, we have been in that exhibition for many years. I mean, I think the first one was probably in year 2000. So it's always very interesting, I mean, to meet the people here, because I mean we cannot have them visited our factory, and I must say through this nice booth, I mean, we were able to gain a lot of contacts. Hello everyone, this is Kai from Living Gas Group. Actually, this is the first time we attended these exhibitions, but well amazed about its efficiency, because we got a lot of customers here, and this is what we didn't expect it before. And besides, the other expeditors, we think we are not only the enemy, we are also the friend. We met a lot of friends here, so I think it really helped. Мы представляем компанию Nel Hydrogen на российском рынке. Меня зовут Волков Евгений. Компания Nel Hydrogen производит генератор водорода
по двум технологиям. Одна из них щелочная технология. Исторически эта компания практически 100 лет уже производит огромные электролизеры на щелочной технологии. Два года назад компания Enel Hydrogen была приобретена американской компанией Proton Insight, которая являлась лидером по генераторам водорода на PEM-технологии, это технология на основе протонообменной мембраны. И теперь Enel Hydrogen является лидирующей компанией по производству электролизеров по двум когда-то конкурирующим технологиям. Список поставок оборудования, ну, около 3000, даже более 3000 установок по всему миру на 7 континентах. Замечательная выставка, очень здесь все камерно, то есть посетители практически все те, кто подходили к нашему стенду, интересовались нашим оборудованием, они все действительно были из данной отрасли, и это был двухсторонний, очень интересный диалог, и мы получили огромное количество новых контактов для продолжения бизнеса.